Универсальную карту жителей Оренбуржья можно будет получить на бесплатной основе с февраля 2021 года в отделениях банков. В каких именно, будет известно после аукциона в августе этого года. За банковские операции будет отвечать чип, а с QR-кода можно будет считать данные паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении и ОМС. Не финансовый сервис, который мы предполагаем, это приход в МФЦ, и посредством карточки будут быстро и оперативно считаны вся информация, все паспортные данные гражданина. Соответственно, гражданину не придется заполнять заявление. Тем самым будет снижена очередь. Второй момент – это приход в больницу. Соответственно, предполагается, что карточка – это будет замена полиса ОМС. Финансовые функции карты будут полноценно работать и за пределами области, так как она будет интегрирована с национальной платежной системой МИР. Отметим, по данным Министерства цифрового развития и связи Оренбургской области, подобные карты уже положительно зарекомендовали себя в столице Мордовии и Башкирии.